Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз на 30 июня 2023 года. Мы, как всегда, начинаем начинать, а начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. А я желаю вам приятного просмотра, поехали! Овен. Обстоятельства требуют сегодня готовно сохранить спокойствие в любой ситуации, однако выполнить это требование очень сложно. Кровь кипит, эмоции зашкаливают. Поддавшись импульсу, в этот день можно наделать много глупостей, а потому держите себя в руках. Только холодный разум и логика спасут сегодня Овна от непоправимых ошибок. Гороскоп советует обдумывать каждое слово и действие. Лучше показаться тормозом, чем сорваться с тормозов. Любовный гороскоп для Овна. Сегодня Овен крайне обидчив, настоящий бука. Он глубоко переживает слова и поступки любимого человека. С ним очень сложно говорить даже на самые простые темы. Гороскоп указывает на стремление Овна искать подвох там, где его нет совершенно. Сегодня при возникновении желания высказать претензию второй половинке остановитесь. Сделайте глубокий вдох и еще разок подумайте, а стоит ли? Скорее всего, после минутного размышления вы поймете, что делаете из мухи слона. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сегодня Овну особенно удаются дела, требующие точных расчетов и внимания, так что ему смело можно доверить заключению сложного договора. Он не упустит ни одного пункта, проверив все буквально до запятой, или применить его энергию для подготовки отчетов и дальнейших планов наведения порядка в бухгалтерских документах. Овен прекрасно преуспеет в этих делах, подсчитав все затраты и прибыль, и, возможно, попутно отыщет неплохую возможность оптимизации деятельности компании. Главное для Овна сегодня – это не дать себе уснуть за бумажками, тогда он сумеет использовать возможности этого дня по максимуму, то бишь на всю катушку. Телец. Лучшая тактика на сегодня для Тельца – это выжидание. Не торопите события, не лезьте в первые ряды, не бегите впереди, паровоза переедет нафиг. Гороскоп уверяет, сегодня Телец не рискует опоздать. Наоборот, поспешность приведет к неправильному выбору. В целом, этот день отлично подходит для принятия взвешенных решений, долгосрочного планирования, обдумывания перспектив, развития карьеры, бизнеса и отношений. Тельца сегодня отличают логика и способность делать правильные выводы из полученных информации. Любовный гороскоп для Тельца. В большой компании Телец сегодня может потеряться. В этот день ему трудно поддерживать легкую светскую беседу, а потому завести знакомство или поддержать флирт он сейчас не способен. Что ж, если на вечер у Тельца запланирован поход на вечеринку и он надеется найти себе пару, гороскоп рекомендует выбирать самого печального гостя, сидящего в одиночестве, в темном уголку, за чашечкой кофе, а не за пузырьком водки. Пусть участвовать в общем веселье сегодня Тельцу не по плечу, зато он может с наслаждением разделить чью-нибудь меланхолию. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Сегодня Тельцу как никогда необходима внутренняя собранность и внимание. Возможно даже, что рабочий день покажется ему настоящим экзаменом, где каждую минуточку требуется быть готовым к точному и правильному ответу. Так что звезды сегодня советуют Тельцу отодвинуть неуверенность и внутренний страх, хорошо изучить вопрос и разговаривать с окружающими на профессиональном языке. В конце концов, это не ЕГЭ. Можно постоянно держать под рукой шпаргалочки, рабочие документы и в нужный момент заглядывать в них, озвучивая факты и цифры, так необходимые. И тогда никто не посмеет усомниться в вашей квалификации. Близнецы. Сегодня на горизонте близнецов может появиться человек из прошлого, который станет связующим звеном между ними и какой-то интересной возможностью в будущем. Старый знакомый может порекомендовать вакансию, познакомить с полезным человеком или намекнуть на продолжение прерванного романа. Гороскоп советует не отмахиваться от этого бумеранга, внимательно рассмотрите предложение. Еще один совет на сегодня. Близнецам следует быть осторожнее с информацией, поступающей от малознакомых и непроверенных источников. Истинные события могут сильно отличаться от того, в чем вас будут пытаться убедить и впить вам в голову.
Любовный гороскоп для близнецов. Самолюбие готово сыграть сегодня с близнецами злую шутку. Оставаясь спокойными снаружи, они могут затаить обиду на вторую половинку, оскорбившись ее невинной шуткой или необдуманным поступком. Гороскоп не советует точить нож на любимого человека. Сегодня вполне возможно любые недоумения, так что если что-то в его действиях вас расстроило, прямо так ему об этом и скажите. У близнецов сейчас замечательно получается подбирать правильные слова. Это главное — взять паузу и дать себе немножечко сосредоточиться. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Сегодня близнецам придется отстаивать свое мнение, ведя долгие разговоры и споры с коллегами. Весьма возможно, что в итоге удастся выработать единый взгляд на волнующий вопрос, ведь часто именно в спорах рождается истина. При этом близнецам следует держать себя в руках и стараться, чтобы профессиональные разногласия не переходили в банальную перепалку. А при общении с руководством близнецам не лишним сегодня было бы вспомнить слова Петра Великого: подчиненный перед людьми лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый немножечко, дабы разумением своим не смущать начальство, а потому уже начинать беседу. Рак. Сегодня рак будет настроен дружелюбно, но кому-то это может показаться признаком слабости. Гороскоп советует быть начеку. Вполне вероятно, что хорошим настроением рака кто-то захочет воспользоваться. Дайте понять, что вы точно знаете, что делаете, чтобы избежать попыток манипулировать вами. Возможно, сегодня раку предоставится возможность защитить свои интересы. Это хороший день, чтобы презентовать окружающим свою идею или проект, отстоять свою точку зрения или заручиться чьей-нибудь поддержкой. Любовный гороскоп для рака. Плохо, если между раком и его второй половинкой возникнет сегодня конфликт. Даже мелкая ссора может стать настоящей проблемой. Уступать рак сейчас не намерен, вступать в открытую конфронтацию тоже, так что, скорее всего, дело окончится обидками и надутыми губками. Учитывая, что чувство юмора сегодня раку тоже изменяет, хорошо, если дело обойдется без нудных разбирательств. Гороскоп отношений советует вовсе воздержаться от споров. Сегодня они проходят слишком уж тяжело. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Сегодня звезды советуют раку разделять рабочие и личные отношения и не идти на компромиссы даже под давлением ситуации. Возможно, что кто-то из знакомых настойчиво попросит его об услуге, требующей использования служебного положения, или кому-то из друзей потребуется помощь рака как профессионала. Гороскоп рекомендует отвечать сегодня на подобные просьбы твердым отказом. Мухи, как говорится, отдельно, котлетки отдельно. Лучше пережить кратковременную обиду, чем нанести существенный вред деловой репутации или многолетней дружбе. Лев. Сегодня кто-то может задеть самолюбие льва. Гороскоп не советует проявлять агрессию в ответ. Очень может быть, что вас попросту провоцируют. Лучше гордо встряхнуть гривой и проигнорировать хама, плюнув ему в лицо. Впрочем, не исключено, что сегодня льву просто мерещатся косые взгляды и двойной смысл в словах. Так что тем более не стоит набрасываться на обидчика с кулачищами. Примените методику Скарлетт О'Хара, подумайте об этом когда-нибудь потом. Вдруг раз. Любовный гороскоп для льва. Сегодня с львом шутки плохи. Он воспринимает действительность и особенно собственную персону крайне серьезно, что может повлиять на его отношения с любимым человеком. Согласно гороскопу, льву сейчас трудом удается сопереживание. Его внимание полностью направлено внутрь себя, и это вряд ли понравится второй половинке. Выход один. Действуйте от головы, а не от сердца. Сегодня для льва это единственный способ учесть не только свои интересы. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Сегодня для льва подходящее времечко для планирования своей карьеры. У него не будет возможность правильно оценить дальнейшие перспективы, чтобы решить, остаться ли на прежнем месте или пора подыскивать новую работенку. Возможно, в ходе размышлений лев придет к совершенно неожиданным решениям. Ну, к примеру, скажем, осознает необходимость дополнительного обучения, чтобы достичь больших высот. Или наберется смелости, чтобы попросить повышение заработной платы у начальство. В любом случае, звезды сегодня будут на его стороне, обеспечивая моральную поддержку. Дева. Сегодня Дева получит от Вселенной необыкновенную проницательность. От количества увиденных возможностей и путей развития может голова пойти кругом. Поэтому гороскоп советует взять все идеи на карандаш. Запишите все, что хотите воплотить в жизнь, и набросайте приблизительный план действий. Это очень пригодится, когда умственная активность пойдет на
убыль, а рутины и дела и ежедневная суматоха отодвинут новые идеи на второй план. Вообще сегодня Деве стоит распланировать свои действия на ближайший месяц. Очень скоро вы оцените свою предусмотрительность. Любовный гороскоп для Девы. Если в последнее время Деве не удавалось решить какой-то вопрос в отношениях, сегодня она способна спокойно, без нервов и лишних эмоций найти компромиссное решение. Она не даст себя в обиду и сломит сопротивление любимого человека убийственными аргументами. Логика у нее работает сейчас на отлично. Единственное, чего любовный гороскоп советует воздержаться сегодня Деве, так это заносчивость. Держите носик на привычном уровне. Не задирайте его и не задирайтесь сами. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. Сегодня Деве предстоит на один денечек вернуться на должность подмастерья. Даже если она сейчас занимает высокую должность и давным-давно не ощущала себя в роли ученика. В ходе решения какой-то очень важной задачи Дева поймет, что ей ну никак не обойтись без профессионального совета со стороны. И тут ей придется либо расписаться в собственном бессилии и сорвать сроки, либо забыть про гордость и просить о помощи эксперта. Гороскоп советует Деве сегодня с благодарностью выслушивать советы и впитывать новые знания. Вы же понимаете, век живи, век учись. Весы. Сегодня весы рискуют оказаться на перепутье, причем выбор «правильного» в кавычках пути может быть не таким уж и очевидным. Каким бы ни было решение, оно должно быть взвешенным. Гороскоп советует в этот день не полагаться на интуицию, а проанализировать и просчитать все последствия своего выбора. Впрочем, есть одна подсказка. Если весы не знают, как поступить, правильный путь обычно встречает меньше всего сопротивления. Запомните это. Не стоит идти на конфликт и пытаться переломить ситуацию силой. Сегодня ваш путь должен быть простым и прямым и не вызывать негативных эмоций ни у вас, ни у вашего окружения. Любовный гороскоп для весов. В этот день весы склонны к излишнему анализу. Гороскоп не советует им препарировать под микроскопом каждое слово и действие своей второй половинки. Можно сказать, что весы сегодня ищут повод обидеться. Ну а кто ищет, тот всегда найдет. Вот только стоит ли искать? Подумайте хорошенько. Любовный гороскоп предупреждает, сегодня весам недоступен язык эмоций других людей. Они могут неверно интерпретировать их поведение. Так что придется общаться на языке логики. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Не исключено, что сегодня весам в деловых вопросах придется поломать голову над непростой задачей. Жизнь подбросит им несколько интересных вариантов, а вот остановиться на одном из них весам будет очень сложно. Каждая из предложенных возможностей по-своему привлекательна, и в каждой имеются свои недочеты. Что же, раз есть сомнения, то и торопиться с решением не стоит. Гороскоп советует весам отложить этот вопрос на какое-то время. Возможно, уже совсем скоро они получат дополнительные факты, которые позволят не совершить ошибки в будущем. Скорпион. Какие-то события могут ввести в заблуждение Скорпиона сегодня. Ему захочется опустить руки и остановиться на месте. Как говорит великий Альберт Эйнштейн, а говорить он сейчас в принципе не может, поэтому говорил. Жизнь как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, надо двигаться вперед. И чем быстрее ты двигаешься, тем лучше твоя устойчивость. Гороскоп советует Скорпиону переступить через неудачи и сомнения и смело идти вперед. Если есть ощущение, что ваши усилия бесплодны, переключитесь пока на другой вид деятельности. Сегодня для Скорпиона это лучший способ вернуть себе бодрость духа. Любовный гороскоп для Скорпиона. Скорпион сегодня рискует попасть под негативное влияние звезд и почувствовать себя орлом на фоне своей второй половинки. Есть риск вспомнить и слишком лично принять шнуровский хит. Она макака по знаку зодиака. Вполне возможно, что сегодня у Скорпиона проявится реальный шанс посмеяться над промахом любимого человека, и это вызовет в нем вздутие самомнения. Гороскоп отношений призывает Скорпиона быть паинькой и не задирать нос слишком высоко. Оторвет ведь нафиг. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня Скорпион может беспристрастно посмотреть на себя со стороны и самокритично проанализировать свою деятельность. Каждому из нас время от времени требуется такая работа над ошибками. Может быть, в каких-то вопросах Скорпион проявил халатность, поторопился или принял неверное решение. Сегодня надо провести такой анализ вовсе не за тем, чтобы заняться бесполезным самобичеванием и сожалением, а за тем, чтобы извлечь опыт и идти дальше, не допуская
допуская подобных ситуаций. В конце концов, не было бы ошибок, не было бы повода совершенствоваться. Стрелец. Сегодня главное оружие стрельца. Подумайте, какое? Правильно, это слово. Помимо красноречия, звезда наделяет его в этот день способностью не только слушать, но и слышать. А потому стрелец легко сумеет уловить скрытые послания собеседника и подобрать правильные слова. Ну а уж будет ли при этом искренним, дело уже его. Гороскоп подсказывает, если требуется на кого-то поднажать, поднадавить немножечко, манипуляторы стрельца сегодня получатся просто превосходной. Любовный гороскоп для стрельца. Романтика. Что это вообще такое? Стрельцу сегодня не до этой ерундовины. Бытовые заботы или мысли о проблемах мироздания занимают его сейчас намного больше, так что беседы о любви и свидания даются ему из рук вон плохо. Что ж, гороскоп предлагает взглянуть на любимого человека с непривычной стороны. Общайтесь с ним сегодня прежде всего как с лучшим другом. Об интересных книгах, фильмах, новой музыке или хобби. Ищите новые точки соприкосновения, в общем. Гороскоп карьеры и финансов для стрельца. Сегодня стрелец должен держать открытыми ушки и глазки. Возможно, что кто-то из окружающих сообщит ему важную информацию, которая позволит добиться успеха в рабочих вопросах. Это может быть обрывок разговора, случайно оставленный на столе доклад или другой источник информации, который стрельцу ну никак нельзя пропустить. Это его ключик к материальному достатку. Внимательность и аналитические способности стрельца сегодня помогут ему не пройти мимо и добыть недостающие сведения буквально из воздуха. Козерог. Планирование, планирование и еще раз планирование. Вот девиз Козерога на сегодня. В этот день вам отлично удается стратегическое мышление, так что принимайтесь за разработку рабочих и личных проектов. Гороскоп советует поймать свою мечту как бабочку и пригвоздить ее к реальности четким планом реализации. Сегодня Козерог сможет сделать первый шаг на пути к осуществлению заветного желания. Любовный гороскоп для Козерога. Сегодня Козерог несколько неуклюж в общении. Неожиданно для себя самого он может проявить бестактность по отношению к самым любимым и близким людям. А все из-за ослабления интуиции и чувственной глухоты. Козерогу сегодня сложно поставить себя на чье-либо место. Он эгоцентричен и предпочитает игнорировать проблемы окружающих. Гороскоп предупреждает. Можете забыть обо всех, но не будьте глухи к жалобам второй половинки. Не забывайте, вы ее. Ее опора и поддержка. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня Козерог может и должен приступить к реализации своих далеко идущих планов в сфере карьерного роста и личного благосостояния. Возможно, что до этого дня он только мечтал, не осмеливаясь начать работу в нужном направлении. Но мечты – это только семена будущих поступков. А сегодня пришло время всходов. Звезды подталкивают Козерога в спину. Хватит, мол, раскачиваться и строить воздушные замки, надо уже действовать. В конце концов, сделав даже маленький шажочек к цели, Козерог приближается к долгожданному успеху. Водолей. Гороскоп утверждает, сегодня любая умственная деятельность принесет Водолею чувство удовлетворения. Если нет вопросов, которые надо срочно решать с помощью логики, займитесь разминкой для ума. Подойдут кроссворды и другие логические задачи. Кроме того, сегодня судьба может дать Водолею какой-то важный знак. Следует быть начеку, чтобы суметь разглядеть его в гуще событий и правильно расшифровать. Сосредоточьтесь и внимательно посмотрите по сторонам. Тогда все получится без особых усилий. Любовный гороскоп для Водолея. Водолей сегодня настолько рассудителен, что этими своими рассуждениями может довести любимого человека до белого коленя. Он готов под микроскопом рассматривать любую маломальскую проблему. Например, выйти из дома для него сейчас настоящий квест. Что надеть, что взять с собой, а стоит ли вообще покидать квартиру? Хороший, однако, вопрос. Гороскоп предупреждает, особенно сложно Водолею сегодня будет даваться общение с новыми людьми, так что на случайное знакомство с гипотетическим возлюбленным рассчитывать точно не приходится. Тот попросту сбежит от нудной сейчас водолейки или водолея.
Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Сегодня Водолей должен быть открыт для всего новенького. Идей, мыслей, общения с незнакомыми людьми, пусть даже в неформальной обстановке. Звезды приготовили для него перспективное в деловом плане знакомство, которое может помочь ему вывести свой бизнес на новую высоту, найти новую интересную работу или высоко взлететь по карьерной лесенке. Сегодня Водолею не стоит отмахиваться от новых знакомств. В них таится позитивное начало, которое надо разглядеть и использовать по максимуму, так что лучше вместо любовных всяких отношений тратьте время на рабочие связи. Рыбы. Не исключено, что сегодня рыбам захочется уйти на второй план, а в идеале спрятаться дома под одеялом, причем вместе с головой. Гороскоп уверяет, лучше себя не насиловать и залечь на дно, на ту глубину, которую позволяют обстоятельства. При неплохом уровне энергии рыба сегодня не готова расходовать ее вовне, предпочитая пустить весь запас топлива на внутреннюю работу. Сегодня рыбам полезно задуматься о событиях их жизни, посмотреть на текущую ситуацию как бы немножечко со стороны, чтобы скорректировать стратегию своего поведения. Любовный гороскоп для рыб. В своих размышлениях о любви рыбы могут идти слишком далеко от реальности. Главный совет любовного гороскопа на сегодня – избегайте слова «если». Нагромождение гипотетически возможных ситуаций в этот день грозит превратиться для рыб в пугающую фантасмагорию. Хотите узнать ответ на какой-то вопрос о ваших отношениях? Обратитесь напрямую к первоисточнику сегодня же. Не придумывайте ответа за любимого человека и не обсуждайте проблемы личной жизни с посторонними людьми, в том числе и друзьями. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня рыбы смогут ощутить себя винтиком огромной машины, где им отведена важнейшая роль, и осознание себя как части единого целого будет им очень приятно. Даже выполнение однообразных процессов не будет для них в тягость. Напротив, рыбы осознают собственную значимость и оценят личный вклад в общее дело. Сегодня рыба находится, что называется, на своем месте, что не сможет не отметить руководитель. Ну вот вроде бы и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваши комментарии, за ваши лайки, да и в принципе вашу поддержку. Хочу пожелать вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всем и во всех ваших начинаниях. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.